Привет, друзья! Добро пожаловать на канал TimeSaver. В этом видео я расскажу вам, как можно сымитировать отражение с помощью камеры. Я специально сделал простую сцену, чтобы сосредоточить внимание на отражении, именно на его создании. Ничего лишнего. У нас есть 3D-текст, нода Merge 3D, камера и рендер 3D. То есть текст у нас в 3D-пространстве. И я покажу вам, как очень быстро можно сделать иллюзию отражения этого текста от стеклянной поверхности. Делается это с помощью реверса камеры и параллельного рендера. Для этого нам понадобится еще одна нода Merge 3D. Подключаем к этой ноде Merge текст и камеру. И добавляем вот между этой камерой и этой нодой Merge ноду Transform 3D. Теперь параметр Scale убираем галочку. Разблокируем все оси и реверсируем ось Y. Для этого просто пишем сюда минус 1. Теперь добавим после этой ноды Merge свой рендер, рендер 3D. Включим в нем OpenGL, чтобы он пошустрее работал. Добавим обычную ноду Merge. Подключим наш первый рендер к этой ноде Merge ко входу Foreground, передний план. И ко входу Background подключим нашу ноду с реверсированным изображением. Перейдем теперь в эту ноду Merge. И мы видим уже готовое отражение. Если я не буду пересекать горизонт, на котором стоит эти буквы, то у нас получается эффект отражения. То есть камера у нас вот в этой ноде Transform 3D просто переворачивается, инвертируется по одной оси, по оси Y. И за счет этого создается вот такая картинка. И эта картинка соединяется с нодой Merge в единое изображение. Допустим, мы хотим добавить пол вот сюда, да, на котором стоит текст, а отражение, чтобы было под этим полом. Мы добавляем Image Plane к этой ноде Merge 3D. Можно уменьшить opacity в этом Image Plane, тем самым создать прозрачность. Соответственно, эту сцену можно теперь дополнять как угодно, добавлять сюда освещение, новые элементы и так далее. Все они будут зеркально отражаться камерой. Допустим, если я добавлю помимо текста еще какой-нибудь кубик. Все, что вам нужно делать, это подключать эту фигуру к обоим вот этим нодам Merge 3D. Соответственно, перемещая фигуру, видите, происходит даже реалистичное отражение. Если я поднимаю кубик вверх, отражение уезжает вниз и наоборот. Вот такая очень простая, но очень эффективная техника. Если это видео было вам полезно, подписывайтесь, ставьте лайк. Также можете поддержать мой канал на Патреоне. Для патронов я делаю эксклюзивные уроки и выкладываю исходники и шаблоны проектов. С вами был Санчес и канал TimeSaver. До встречи, друзья!